Самые ловкие, сильные и быстрые со всего региона встретились в Люберцах, чтобы определить лидера и получить призы губернатора Московской области. Городской округ принял областной этап соревнований «Веселые старты». Звук свистка, и команды работают на полную мощность. На областном этапе нет права на ошибку. Соревнования собрали только сильнейших учащихся школ региона. Пчелки из 54-й школы Октябрьского второй год становятся лучшими и защищают честь округа на веселых стартах. Ребята усердно готовились к финалу соревнований. Эти пчелки любят спорт и все, что с ним связано. Баскетбол, футбол, хоккей. Шарились очень долго. Хотели, конечно, чтобы все конкурсы выиграли. Веселые старты – это соревнования за почетные призы, кубки и награды губернатора. За них сразились 9 команд со всех уголков Подмосковья, которые прошли 3 отборочных этапа – от школы до междугородних состязаний. Увидеть областную эстафету захотели многочисленные почетные гости. Я хотел бы пожелать, чтобы победила дружба, чтобы вы стали на рельсы такого спортивного азарта. И, возможно, кто-то из вас в перспективе будет выступать за сборную России. Силы воли, силы духа. Будьте здоровы. Ну и самое доброе пожелание. Веселые старты объединяют всех, кто съезжается на соревнования. И даже оценивают здесь способности не только юных спортсменов, но и тех, кто приехал их поддержать. Не жалея силы голоса, болельщики добавляли уверенности командам. По инициативе Министерства спорта Московской области проверяют ребят на ловкость, меткость и смекалку ежегодно. Кроме кубков и медалей, призеры получают хорошую финансовую поддержку, которую направляют на развитие спортобъектов в учреждениях. А еще соревнования имеют и духовную составляющую. Веселые старты – это сила, ловкость, умение и, конечно же, радостное настроение, когда проходят эти соревнования. Ну а самым приподнятым настроением уехали обладатели первых 3 мест. Лучшими из лучших стали ребята из Подольска, Балашихи и Каширы. Анна Троян, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.